На Московской Олимпиаде скрестили клинки сильнейшие мастера фехтования на рапирах, саблях, шпагах среди мужчин и на рапирах среди женщин. Оспаривалось личное первенство, а также проводились турниры национальных команд. Наш фильм посвящен только личным соревнованиям. Поединки проходили в грандиозном спортивном зале. Здесь были оборудованы более 20 полей боя. Трибуны вмещали 6 тысяч зрителей. Созданы все условия для прессы, радио и телевидения. Владимир Смирнов, СССР, олимпийский чемпион. Паскаль Жульо, Франция, серебряная медаль. Александр Романьков, СССР, бронзовая медаль. Именно в поединках этих мастеров рапиры решалась судьба олимпийских наград. На дорожке Александр Романьков и Владимир Смирнов. Владимир Смирнов слева. Романьков победил и был близок к заветной цели, ведь он выступал в ранге трехкратного чемпиона мира. Проигрыш Паскалю Жульо отодвинул его на третье место. В настоящее время конкуренция в фехтовании необыкновенно высока. На 22-х Олимпийских играх присутствовали практически все сильнейшие спортсмены мира в этом виде спорта. Владимиру Смирнову
предстоит последний бой. Победа над Паскалем Жульо откроет ему путь к золотой медали. Он сумел проявить свои лучшие качества. Это не только высокое мастерство, но и умение сосредоточиться на каждый конкретный бой. Поединок скоротечный и очень трудный. Стремительная атака, нанесен укол. Владимир Смирнов, олимпийский чемпион. Сильнейшими в фехтовании на саблях стали Виктор Кровопусков, Михаил Бурцев, оба СССР, и Имре Гедавари, Венгрия. Лидировал в финале Михаил Бурцев. Он победил в 4 боях подряд. Но в этом поединке проигрывает Имре Гедавари. Победа приносит венгерскому саблисту бронзовую медаль. На дорожке Виктор Кровопусков и Имре Гедавари. Побеждает Виктор Кровопусков. Два лучших саблиста Московской Олимпиады ведут дополнительный бой за золотую медаль. Победив Михаила Бурцева, Кровопусков становится теперь двукратным олимпийским чемпионом. Первую золотую медаль он получил в Монреале.
Сильнейшие фехтовальщицы 22-х Олимпийских игр. Паскаль Клинке, Франция. Магда Марош, Венгрия. Барбара Высочанская, Польша. Сюрпризом Олимпиады было поражение многих именитых рэперисток. Им не удалось даже пробиться в финал. В финале встретились в основном молодые фехтовальщицы. Шестнадцатилетняя Дорин Вакарони, Италия, и юная Бриджит Латриль, Франция, показали хорошее фехтование. Была близка к золотой медали Магда Марош. Выигрыш у Бриджит Латриль, ее третья победа. Но она проигрывает Паскаль Тринке. Манера боя Паскаль Тринке, номер 14, по мнению некоторых, не вполне соответствовала канонам классической французской школы. Но быстрота, страстность, точность сделали ее олимпийской чемпионкой впервые в многолетней истории французского фехтования. Филипп Рибу, Франция. Чемпион мира 79 года. Опытный венгерский шпажист Эрне Кельценай. Йоган Харменберг, Швеция. Чемпион мира 77 года. Путь шпажистов к финалу труднее, чем в других видах фехтования. Турниры шпажистов привлекают наибольшее число участников. Бои продолжительнее, условия борьбы жестче. Поединок на шпагах, если так можно сказать, наиболее приближен
к условиям реального дуэльного боя. Финал Московской Олимпиады собрал очень сильных спортсменов. Наиболее успешно выступал швед Йохан Харменберг. Он одержал победу над всеми главными противниками. Решающим в борьбе за золотую медаль был его бой с Филиппом Рибу. Более активен Филипп Рибу, но Йохан Харменберг опережает его действия контратаками. Последний укол. Йохан Харменберг, чемпион Олимпийских игр. Соревнования фехтовальщиков на Московской Олимпиаде позволили спортсменам показать высшее мастерство, дали новый толчок развитию фехтования в мире.